Самое главное, что мы не остановились, а мы шли, преодолевали, решали какие-то новые задачи и шли вперед. И вот подошли к этапу финального юбилейного сезона. И уже строим планы на следующий сезон. Вот так. Die Saison zum 40-jährigen Jubiläum des Deutschen Theaters ist zu Ende. Auch die Kunst blieb von den Quarantänemaßnahmen nicht verschont. Daher gab es deutlich weniger persönliche Begegnungen mit dem Publikum. Die Schauspieler waren jedoch die ganze Zeit aktiv und erstellten eigenständige Videoprojekte, die in den sozialen Netzwerken des Theaters präsentiert wurden. Und heute stehen sie wieder auf der Bühne und präsentieren die Aufführung von «Ein Sommernachtstraum». Очень здорово такой непростой сезон закончить увлекательной, легкой, сказочной, полуправдой, полунеправдой, да, вот такой историей с удивительным настроением. И как, что, как не любовь может нас вдохновлять. Поэтому «Сон в летнюю ночь» — это, конечно, история красивой любви и прекрасного финала, счастливого. Я буду завтра в полуночный час. Promise love. Look, here comes Helena. Куда спешишь, красавица моя? Красавица. Красавица не я. В основе лежит драматургия, и просто когда ты следуешь четко самому автору, то есть тогда есть уверенность, что все случится. Немецкий театр, он берет в работу всегда только серьезную, настоящую драматургию. Вот. И она сама, сам автор, сама драматургия, она дает тебе вот эту возможность того, что это случится. Es ist kein Geheimnis, dass jede Theateraufführung eine riesige Arbeit seitens der Schauspieler und eines Regisseurs vorausgeht. Wie läuft das im deutschen Theater ab? Прежде чем начать, мы пытаемся понять, что нас там объединит. То есть, естественно, это сама тема, мы должны все понимать, то есть, про что мы ставим. Ну и, конечно, это перед тем, как начинать приступать к постановке любого спектакля, то есть я сначала вырабатываю определенную систему тренингов, через которую мы бы смогли вот, стать максимально близки вот, к самому материалу, к драматургу, вот, ну, слиться, так сказать, и вот, выработать какой-то единый язык и правила, посредством которых вот, дальше мы будем общаться. Так. Да здесь я, здесь! Сюда! Вы должны взять от себя сиську. Что такое сиська? Я думаю, что именно театр, вообще искусство в целом, они вскрывают в человеке и очень многие ресурсы, и они меняют его восприятие. Но человек сам по себе, самому себе, наверное, становится интереснее. Das Staatsteam gratuliert dem Deutschen Theater zur Jubiläumssaison und lädt alle unsere Leser und Zuschauer zu den Aufführungen im Deutschen Theater ein.